Так, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня посылочки пришли. Давайте вместе посмотрим. Так, немножечко отодвину. Это у меня здесь посылочка такая для моих кошечек. А остальные у меня ногтевые посылки будут. Такие вот штучки интересные на шейке. Когда они подрастают, я им такие вот штучки делаю, как поводочки. Так, сейчас открою быстренько. Посмотрим пару штучек. Может, кому-то надо, кто-то захочет заказать. Они классные. Недорого стоят, бюджетные совсем. Вот какие. С колокольчиками, с бантиками. Для мальчика, для девочек. Собачкам тоже, думаю, можно. Я вообще сама им вязала, вязаная у меня есть. Но они уже, так сказать, маленькие становятся. Это для маленьких совсем котят. А это, смотрите, какие замечательные. Они здесь расстегиваются на такой штучечке. Как мне тут неудобно с ногтями. В общем, потом я сделаю это. Я не могу с ногтями. Смотрите, какой бантик замечательный. В общем, классные штучки. Можно по размеру делать. Меньше, больше. Видите, как? Голубенькая тоже классно. Супер. Тоже с бантиком. На девочек, на мальчиков. Классные, с колокольчиком. Я им прицеплю, они будут бегать. Играться. Супер. Зайчики здесь такие. В общем, все разные. Сиреневая очень красивая. Замечательные штучки. Посмотрите, ссылочку оставлю вам. Кому надо, тут зайдет, посмотрит. Вот так вот. Можно колокольчики убрать, если вы не хотите, чтобы они звенели. Можно на поводочек сделать. Видите, тут такая штучечка есть. Так, как бы мне расстегнуть, показать вам, что они расстегиваются. Но я не могу сейчас. Говорю, ногти мне мешают мои. Нет, не могу. С ногтями ничего не могу делать. В общем, вот такие штучки замечательные. Дальше у меня ногтевые покупочки. Переходим. Так, сейчас я это все убираю. Ой, девочки, мне пришла вот такая вот штучка тоже. Я уже так подрезала немножечко. Вот такие вот на лаки клеить. Выкраску делать, чтобы цвета видно, какие были. Они прозрачные. Это фирма. Сейчас я распакую. Фирма Цукор. По-моему. Да, фирма Цукор. Видите, вот такая вот. Вот такие наклеечки. На лаки. Да. Классные. Качество очень хорошее. Две штучки я выписала. Тут по 50, по-моему, 25 штук. Да, по 25 штук, 50 штук у меня получается. Ну, я думаю, что мне пока хватит их. Там потом дальше я еще, может, выпишу. Так, теперь у меня, смотрите, пришла посылочка вот такая. Это уже сегодня только я ее тут подрезала. И здесь у меня... Ссылочки вот такие. Сейчас откроем с вами все и посмотрим. Там у нас это в подъезде ремонт идет. Ремонтируют. Так, это у меня пришло, по-моему, от фирмы Кац. Да, вот такой штемпель лак. Потом протестируем все. Такой вот замечательный, красивый. Какая кисточка длинная. Очень красивый лак. С шиммером с таким. Запашочек такой у него. Немножко рисковатый. Красивый. Супер. Смотрите, какой. Это новый у них какой-то такой. Сиреневато-серый он. Очень красивый. И пришли мне плитки тоже. Плитки, ну, платы, можно сказать. Сейчас мы разрежем.
Я тоже еще ничего не открывала. Ой, она так заклеена сильно. Давайте отсюда начнем. Прорежем. Вот. Хорошо запаковали. Но не без подложки, я уже вижу, без подложки. Они большие XL. У вас уже такие есть у всех, я думаю. Смотрите, какие. Очень здоровые. Огроменные. Так, сейчас подождите. Эта плиточка шикарная. Номер А. Но они такие покацанные. Или я сейчас порезала их. Поцарапанные. Вот это вот номер А. Я потом все открою, мы посмотрим. Классная плитка. Я так ждала эти плиточки. Так, как бы мне тут открыть, немножко подцепить. Так, вот все. Классная плитка, шикарная просто. Выкраску будем делать, пробовать, обзорчик, все. Все сделаю. Немножко здесь погнутая, видите, в этом месте. Чуть-чуть. Ну, как погнутая, немножечко, совсем чуть-чуть. Так-то, в принципе, плитка хорошая. Ну, это ничего страшного, это в этом месте сбоку. Угу. Так, вроде ничего. Всегда к ним бывает. Хорошая плиточка. Рисунки замечательные. Вот номер А. Видите, какие рисуночки красивые. Замечательные. Так, откладываем. Теперь номер. Так, какой здесь? Номер Д. Такая вот сейчас мы эту будем. Не знаете, как с ногтями, ничего невозможно делать, хотя не сильно они у меня длинные уж, но все равно. Но плитка не острая, она такая закругленная, очень хорошая. Ой, все рисунки замечательные, супер просто. И тоже в этом месте, я не знаю, или где-то удар был какой-то. Видите, тут тоже немножечко как бы... Ну, это не мешает рисункам. Тоже очень красивые. Шикарные просто. Номер D. Классная плитка. Маникюрчики теперь я буду делать. Всякие разные. Классная. Так, ой, вот это тоже шикарная. Так, это какой у нас номер? Это Х. Так, сейчас я ее открою. Решила себе заказать их. Хочу иметь все плиточки. Там, конечно, есть такими с мелкими рисуночками, но я бы тоже их хотела. Ой, рвется, прям не могу оторвать. Смотрите, что. А, она все рвется. Так, девочки, давайте я сейчас все сделаю. Так, девочки, все, скрыла я пластиночки. Отодрала эти пленочки еле-еле. Смотрите, какая классная. Это Фау пластиночка. Классная. Вообще такие рисунки. Качество хорошее. В принципе, так вот тут немножечко сбоку какие-то эти галы, как птички загнутые, видите. Я думаю, что это ничего не помешает. Так она, это не острая, нормальненькая. Ну, они, естественно, без подложки идут, сами знаете. Очень замечательная плитка. Рисунки классные. Мне нравится, что они вот с этими, с такими, как закругленными мысиками. Это очень классно для ногтей. Можно дизайны красивые делать. Видите, они как раз для больших ноготочков, как раз для моих. И это будет супер делать. Так, допустим, чтобы тут открытое было, где
кутикула. Можно очень красивые дизайны делать. Вообще замечательные рисунки. Эта плитка очень красивая. Вот. Классные вообще. Супер. Так, вот это у нас плиточка X идет. Или H. Ну, X, H. Можно так назвать. Тоже классная. Очень красивые рисунки. Обалденно красивые. Они тоже в зеркальном отражении. Здесь, по-моему, тоже в этой плиточке в зеркальном отражении. Здесь тоже в зеркальном. По две одинаковые рисуночка идут. Можно на правую ручку, на левую делать. Здесь то же самое. Видите? Классно. Это вообще очень удобно, здорово. Красивая плитка. Так, это у нас плиточка D. Тоже замечательная, красивая. Рисуночки тоже так же. По-моему, здесь тоже некоторые в зеркальном, а некоторые по одному идут рисуночку. Видите? Красивые, обалденно красивые. Так, следующая у нас плиточка А. Вообще популярная очень эта плитка. Как говорят многие, что она самая лучшая. Не знаю, но... О, еще есть. Тут у меня... О, нет, но надо... В следующий раз я еще в следующие плиточки закажу, чтобы у меня полностью была вся коллекция. Очень красивые. Классные. Вот так вот делать надо, чтобы вот это было... Так, следующая у нас плиточка идет. Это плиточка R. Классная. Или как P можно сказать. По-русски R, по-немецки P. В общем, как скажете, так и будет. Красивые тоже рисунки. Они, видите, какие всякие завитушечки для ногтей очень симпатичные. Вот. Классная тоже. Так, следующая плиточка. Какой номер у нас? Это идет сет. Классная тоже. Замечательные вот эти рисуночки, вот эти кружавчики идут. Классные, их можно дополнять, к сеточке делать. Вот эти завитушки классные вообще. Как раз они на ноготочек так подходят классно. Видите, как можно сделать любую красивую. Я считаю, вот такие плитки иметь, и больше ничего уже не надо. Вот, девочки, на этом сегодня у меня все посылочки. Спасибо за внимание. Всех с наступающим Новым годом. И всем пока-пока. Выкраска дальше будет. Я сделаю тестирование и выкрасочку.